Для многих белорусов первый рабочий день года начался с зимних испытаний. Еще накануне вечером дороги и тротуары превратились в самый настоящий каток. Как итог, многочисленные ушибы, вывихи, растяжения и переломы. В Беларуси с начала сезона уже зарегистрировано свыше 6 тысяч гололедных и холодовых травм. Тысячи приходится на Могилевскую область. В гололед стоит передвигаться крайне осторожно. Главное, никаких каблуков. Обувь должна быть удобной, наступать нужно на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, а водителям соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Хургада пережила египетские казни. Погода словно пошутила над отдыхающими. Такого града здесь не видели уже много лет. Местные, в отличие от туристов, оказались в восторге. Погодные капризы длились 40 минут. Сопровождались громом и молниями. Дороги, территории отелей и пляжи буквально покрылись белой россыпью. Малайзию накрыло крупнейшее за 40 лет наводнение. Из-за сильных осадков пострадали свыше 100 тысяч человек в 7 штатах страны. Дожди затопили города и деревни, перекрыли основные дороги. Тысячи людей вынужденно покинули свои дома, а службы экстренной помощи оказались в затруднительном положении. Завтра в Бобруйске будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь, днем до плюс 3 градусов. На неделе синоптики прогнозируют перепады температуры. В отдельных районах возможно усиление ветра до 18 метров в секунду. Зимняя погода вернется только ближе к Рождеству. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск 360.